Сьогодні, 27 січня, у всьому світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. А 29 січня жителі міста відзначатимуть 78-му річницю з дня визволення Сміли від фашистських загарбників. До цих дат ми вирішили пригадати невеличкий екскурс в історію від місцевого краєзнавця Андрія Іванова. Сміла є дуже багато братських могил, як на території самого міста, так і на вокруг Сміли. На території міста непосредственно зараз ззаді нас знаходиться це госпітальне захоронення. Є, скажімо, кілька видів братських могил. Это госпитальные, это те люди, которые умирали уже в госпитале, находились и хоронили здесь, как и сейчас нынешние. Это были и те могилы, которые действительно были при освобождении. Есть и где военнопленные, это большой самый обелиск такой из военнопленных, это 7 тысяч, которые находятся в Куту возле локомотивного депо. А те обелиски, которые находятся, 5 обелисков находятся за чертой Смелы, так называемый 9-й километр, это 9-й километр от Смелы. Это были братские могилы тех людей, которые погибли во время оккупации. То есть непосредственно, когда здесь на территории нашего города находились немецкие и румынские войска, и те зверства, которые они учиняли, это вот эти последствия, эти братские могилы. Там их находится 5 могил. Это и село Белозерье, и захоронение, и новое, скажем так, новая братская могила, это 52 при постройке дороги они были обнаружены. Почему там? При отступлении советских войск был там противотанковый ров. Это лес, песок, очень хорошо было копать, и была такая линия обороны. И когда зашли немецкие войска, они использовали просто, зачем, как говорится, рыть лишний раз, они выводили туда людей и стали расстреливать. Первых людей расстреляли, это самых так, раввины, старшие евреи, их повели туда. Первую группу евреев расстреляли на первом же привале. Евреи дальше поняли, что будет все равно расстрел, они не пошли, их расстреляли. Остальную группу расстреляли, это братские могилы, сейчас так называемые 3500, которые находятся в лесу. Поэтому братские могилы у нас различаются: госпитальное, захоронение при освобождении и тем ближе нашим мирным жителям, которые были во время оккупации в Смеле. Насколько нам известно, что при наступлении немецких войск, немецкие войска зашли в Смелу 4 августа, это было вечер, они наступали со стороны городища. Это был 1941 год, это 4 августа, в районе так 5-6 часов вечера. И после этого, скажем так, буквально через 2 недели был создан 345-й лагерь, это на территории бывшей нашей воинской части, и начались массовые расстрелы. Есть данные, в Смеле тогда находилось 3 синагоги, есть данные, что в одну из синагог были согнаны евреи и сожжены вместе с синагогой заживо. И есть те, которые выводились на братские могилы за территорией Смелы. Это 41-43 год. И другие братские могилы уже были созданы уже после войны, после освобождения, как непосредственно, на котором мы здесь стоим, это госпитальное захоронение. Здесь хоронили 3 госпиталя. В Смеле было много госпиталей, и каждый хоронил на своем районе. То есть это есть захоронение и польское кладбище, госпиталь, который находился на Софиевской больнице. Это сад Ротонды находился недалеко, это сейчас нынешний стадион «Авангард». Это и немецкое кладбище, как мы говорим, на Федорова, старое наше кладбище. То есть каждый госпиталь, это и Вознесенское возле Плоского, каждый госпиталь хоронил в своем районе. Взагалі вже як визволяли Смілу, де йшла ця лінія? Первый раз в Смілу могли освободиться с 11 на 12 января 1944 года. Взвод на красноармейцев вышли со стороны леса, так скажем, на улицу Крылова. Зашли без потерь, хорошо, начали атаковать, но не были поддержаны, потому что даже никто не знал. Связи не было, был такой ночной бой, им пришлось отступить. После этого была попытка прорваться через Иртынское болото на Юрьеву гору. Ну, там линия немецких оборонок существует и сейчас. Очень удобная, очень тогда много погибло наших воинов. И не только воинов, что работая с этими документами, я очень много встречаю то, что погибли те люди, которые были призваны буквально неделя, 2, максимум 3 недели. Это Лески, это Красная Слобода, Черкас, тех наших жителей, которые во время оккупации остались на этих территориях, их тут же призывали, первый же бой, и очень много жертв было именно с такими нашими людьми. То есть неподготовленные солдаты? Неподготовленных, да, мы понимаем, что там давалось раньше как бы месяц на подготовку, но это война, нужно сначала окунуться в то время, чтобы понять, насколько это было гуманно либо правильно. А потом, при того, что не получилось это пройти, было принято решение со стороны Яблуновки, они зашли, не было никаких преград, никаких болот, рек, и оттеснили. Но к тому времени немцы уже стали покидать Смелу, потому что была Корсунь-Шевченковская битва, им они уже начали отходить и так рубеж.
Есть даже такой интересный случай, воспоминания, когда немецкие войска, был специально такой создан крюк, который ломал шпалы после себя. И немцы, проломав более километра этих шпал, поняли, что они ехали не в ту сторону. Они быстренько это исправились, сделали, после себя ломали. Огнеметчики, которые должны были, факельщики еще, как говорят, должны были сжечь смелу, при помощи нашей разведроты, которая переправилась в районе пивзавода, успела их нагнать, успела их уничтожить, поэтому смело не успела так нестись большие потери от огня, либо от взрывов, потому что немцы отступили. Получается, есть летчики, которые лежат на Юрьевой горе, есть партизаны, которые похоронены в Малом Старосиле. То есть вокруг Смелы есть уже большому, как говорится, взять, начинать все выискивать. Там 101-я высота. Очень был большой бой, это недалеко от Смелы. Есть как раз воины, которые даже здесь находятся, они перехоронены с высоты. Но очень много воинов осталось там. И ребята-поисковики, которые сейчас работают, ищут, находят очень много останков. Это не только останки наших воинов, это немецкие есть воины. Их довольно часто встречаются. Но здесь при освобождении не было такого слишком такого крупного боя, который проходил, конечно, в Корсунь-Шевченковской битве. В 41 году немцы часто сбивали здесь хорошо самолеты, наши бомбили станцию Шевченко. Станция Шевченко пострадала, скажем, несколько раз. При наступлении немецких войск немцы бомбили станцию Шевченко, это узловая станция. При наступлении советских войск наши также бомбят узловую станцию для того, чтобы нанести как можно больше потерь. Поэтому бомбили наши. Еще есть воспоминания летчиков, когда они говорят, самое главное было уничтожить с первого захода старшину. Старшина – это самый мощный прожектор, который наводился на самолет. Остальные просто присоединялись. И вот только при уничтожении его можно было уничтожить дальше. По воспоминаниям летчиков, как раз я же говорил, что есть по немцу было специально создано устройство для ломания шпал, они стали обнаруживать, что уничтожается железная дорога, но поезда не могли обнаружить. Сколько раз не было вылетов, никак не получалось. И вот на очередном летчик, было солнце, говорит, резко встало хорошо, и он увидел, что тень от паровоза. Немцы просто на паровоз положили большие листы, закрыли кучу таким маскировкой, и сверху самолет просто, поезд не был виден. И благодаря только что вошло солнце боковое, и он увидел эту тень. Благодаря этому был уничтожен этот паровоз, и наши могли уже по железнодорожью передвигаться спокойно. А звідки ви берете всю цю інформацію? Як триває ваша пошукова робота? Де ви знаходите ці джерела, перші джерела? Ну, конечно, помогают сейчас это, скажем так, сайты, которые есть доступная информация, это по погибшим, по госпитальным захоронениям. Также, конечно, это первоисточники. Первоисточники – это люди, которые помнили, знают. То есть, если в 41 году через Смелу проходил БТ, там, как я говорил, Смелу немцы заняли 4 августа, а 5 августа через Смелу прорывался наш советский танк БТ. То еще разговаривал непосредственно с человеком, который видел, разговаривал с этими нашими танкистами, когда они спрашивали, ребята, где наши, где Черкасы. Они взяли этот поворот и повернули на улицу Набережная. Но этот танк был уничтожен под Смелой. Поэтому информация берет отовсюду. Мне приятно, что информация действительно приходит отовсюду, потому что даже не знаешь, бывает, ты соберешься где-то так вот в кругу друзей, будешь о чем-то разговаривать, а то говорит, а у меня есть дедушка, у меня бабушка, она помнила, она что-то рассказывала, а можно ли встретиться. И вот когда встречаешься с людьми, это очень сильно помогает. Ну и, конечно, воспоминания непосредственно участников этих действий. Это Удоденко, который написал свои воспоминания и карта по 345-му лагерю. Это воспоминания тех же летчиков, все это есть. То есть, говорится, кто хочет, тот найдет. Я глава общественной организации «Поиск Смела». Одно из направлений у нас есть, одна из веток – это поисковые организации, поисковые отряды. То есть есть ребята, которые вместе с нами, совместно, либо отдельно, но мы в большой спарке работаем, всегда что-то находят, рассказывают, мы наносим на свою карту, делаем себе такую мини-карту, что где находилось, почему, чтобы можно было сравнить с картами, которые есть в доступных серверах, чтобы сравнить, был там бой или нет, и почему это могло быть. Еще один из ваших напрямков работы, так разумеется, экскурсийная деятельность. То есть вы водите людей, которые хотят пройти этими маршрутами. Чи входят саме от бойові дії Велика Вітчизняна в ваши туристичные какие-то маршруты, чи экскурсийные? Ну, сейчас очень большая сила, это, как говорится, интернета. И сейчас очень много сидят на Фейсбуке. Вот буквально на днях, скажем, вчера, наверное, даже, была выставлена публикация о памятнике 30 тысяч на Фурманова.
Люди не могут поверить, почему 30 тысяч, как 30 тысяч. Все-таки территория маленькая, написали 30 тысяч. И было очень большое обсуждение, на которых я принял участие, потому что я очень не люблю, когда люди не знают тему, а начинают обсуждать и рассказывать. И их комментарии получают лайки. Это не то, что кто-то получает больше лайков. Но если он сказал неправду, об этом дальше пойдет неправдивая информация. И потом искоренить очень плохо. И когда я просто предложил после комментариев, говорю, самое, наверное, проще, это собрать экскурсию. Я проведу лично экскурсию по оккупации города Смела. И после этого были отзывы, что да, давайте такое сделаем. Да, мы это делаем со школьниками. Все-таки молодежь у нас хорошая. Это я неоднократно замечаю, когда приходят они взъерошенные, такие отвлеченные от всего. А к концу экскурсии, в крайнем случае, я не ставлю себе цель рассказать, я больше спрашиваю. И когда они больше отвечают и сами задают вопросы, получается довольно интересное общение. А от общения уже получается что-то более значимое. И они больше, мабуть, запам'ятовують про историю рідного краю с таких экскурсий? Ну, скажем, наверное, да, потому что я помню по школе, когда, если тебя заставляют это делать, ты это учить не хочешь. А когда ты дал такой, толкнул в направление, такой намекнул, а они дальше сами раскрывают это, что бывало так, что по 15-20 минут я вообще молчал, они сами это обсуждали. И вот это, наверное, самая лучшая экскурсия, когда я больше молчу, а больше слушаю ответов от них. Ну, а ці місця, якими ви водите школярів, доглянуті вони, вони чи хто займається утриманням їх в належному стані? Ну, скажем так, сейчас можно всегда говорить, да, у нас есть памятники, некоторые в плохом состоянии, и всегда сейчас вот скажут обязательно, есть же кто за них отвечает. Вот пусть они этим занимаются, но вы знаете, наверное, это все-таки неправильно. Это в первую очередь виноваты мы сами. Мы привыкли перекладывать свою ответственность на других. А сами что-то сделать, а зачем? Ну вот как ОСББ, есть же ОСББ, пусть дворник убирает под домом. А почему людям просто не выйти, не помочь? Так же и сейчас, как это происходит с памятниками. Мы видим, мы знаем, что плохо, но ничего не делаем. Зачем? Мы считаем, всегда кто-то должен это сделать. А почему не мы? Мы так убиваем память, которая у нас есть. У нас ее не так много остается, и мы теряем даже то, что может произойти с нами. Тобто ви погодитесь, що 9 травня, відзначення свята – це не лише урочистості біля пам'ятників, а саме спілкування з живими ветеранами у них вдома, правильно? І той самий догляд за цим пам'ятником. В прошлом году ветераны после мероприятия, которое здесь происходило, пришли к нам в музей. Мы им показали видеоряд, использовали фотографии и Смелы, и вообще Великой Отечественной войны. И когда мы закончили, у ветеранов, наверное, минута две было молчание. Они просто молчали. Вот эти глаза нельзя никогда перепутать и забыть. Это столько в них было, ну, всего, и боли, и радости. И когда они говорили спасибо, и вот настолько это было искренне, что после этого не то, что хочется работать и общаться. И когда приходит, получается, что дети попадают к нам, обязательно хочется рассказать, как было. Я не люблю рассказывать, как принято. Давайте мы расскажем, как было, а потом мы сами сделаем выводы. Это было правильно, неправильно. Через, как я говорил, БТ проходил танк. Оттуда спался один человек. На тот момент я знал, это начальник штаба 6-й армии. Я очень был возмущен, что ребята погибли, два стрелок и водитель, а он спасся. И только через 3 года, как говорится, я уже более-менее стал интересоваться серьезно, я понял, что они прикрывали откуда командира. Они так были воспитаны и так это воспринимали. Поэтому нельзя делать поспешных выводов, потому что оно будет всегда точно неправильное. Нужно окунуться в то время и понять, что происходило. Ті, хто також цікавляться історією, куди можна звернутися до вас, де можна поспілкуватися, де знайти контакт з вами? Ну, звісно, є 2 простих варіанти. Це, звісно, музей. Я працюю в нашому Смілянському краєзнавчому музеї. Странички Facebook, телефони всі є, вони доступні, я ніколи їх не прятав. І це можна пообщатися не тільки з нами. Є ще багато людей, яким от, не вистачає спілкування. От ці наші ветерани, коли з ними розмовляєш, отримуєш от ту, ту інформацію, яка не може бути. І її отримуєш тільки при простому спілкуванні. Коли от, от завтра от я знаю точно, що я отримую дуже багато нової ще інформації. І розкажу ті люди, які неоднократно мені щось розказували. Когда-то бабушка одна в беседе рассказала, я не помню, что было вчера, но что было в 41-44 году, я помню точно. Память возвращает это больше, и люди начинают вспоминать и делятся этой информацией, которую мы дальше используем.